Здравствуйте, меня зовут Варвара Яцура, мне 13 лет, и я занимаюсь в школе имени Ипполитова Иванова, вокалом профессионально. Добрый вечер, Варвара. У нас лауреат телевизионного конкурса «Песня собирает друзей». Варь, скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже занимаешься музыкой, пением профессионально, как ты говоришь? 4 года. Большой у тебя репертуар? Ну, достаточно для 4 лет. Ну, сколько? 10 песен, 20, 150, 64 с половиной. Ну, песен 15, наверное. Все на русском языке или есть на иностранных языках? На русском. А ты в основном поешь народные песни или эстрадные, не знаю, джаз? Народные. Что будешь сегодня исполнять на финале конкурса «Песня собирает друзей»? Я буду исполнять песню «Кадриль». Удачи тебе. Спасибо. Когда-то россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гуляне, открыли новый стиль. Штиблеты, сапожки, под русские гармошки, под песни.